Спасибо! Привет, друзья! С вами снова Лаборатория культуры. И, как вы поняли, сегодняшняя программа у нас в формате концерта. Даже не просто концерта, а лекции концерта. И у нас получается интервью о лекции концерте с Николаем Донецким. Здравствуй, Коля. Привет. Сейчас друзья. Сейчас я прочитаю. Подожди, все правильно. Николай Донецкий, музыкант, продюсер, основатель и руководитель группы «Альтанго» и творческого объединения «Джаз Вятка». Вот так коротенько, но наверняка можно перечислить еще огромное количество каких-то регалий. А дело в том, что у Николая я увидела такой любопытный формат, помимо огромной какой-то концертной деятельности, гастрольной, кучу всяких каких-то безумно прекрасных проектов, такой интересный формат, как лекция перформанса. Поскольку у меня программа, она немножечко просветительская, при всей моей нелюбви к этому слову, я подумала, что именно такой лекционный формат может быть действительно интересен. И я не была, к сожалению, надеюсь, ты меня пригласишь на лекцию. Обязательно. Концерт обязательно, да. Конечно. И очень хочется понять, что это за формат, почему ты к нему пришел, и как вот эта первая композиция, может быть, она уже связана с какими-то стереотипами. Вот, я, к сожалению, мало знаю теоретически чего-то о джазе, и уж тем более о стереотипах о джазах, поэтому я сегодня в чудесной такой, не знаю, в таком амплуа, ничего не знающего. Рассказывайте мне все, объясняйте мне все, пожалуйста. На самом деле все довольно просто. Мы окружены стереотипами о джазе, и мы их впитали, как это называется, с молоком матери, эти все стереотипы, мы их все прекрасно знаем. И то есть все, что я думаю, это наверняка стереотипы, да? Возможно, возможно. Отчасти, вообще, как появился этот формат лекций, как-то меня пригласили выступить перед студентами. Так. Ну, довольно много лет назад, я сейчас точно не помню, ну, лет 7 точно назад. Вот, и я подумал, что так, хорошо, я умею играть на гитаре, я знаю много про джаз, думаю, почему бы не объединить в одно, то есть поиграть джазовую музыку на гитаре и рассказать, поделиться своими какими-то знаниями теоретическими и практическими и так далее. Вот, встреча прошла максимально успешно. Мы просидели там вместо заявленного часа 3,5 и потом еще целый час. Мы не могли расстаться с ребятами, просто совершенно замечательные студенты. Просто. А что это? Колледж искусств был? Нет, нет, это было в политехе. Ого. Ну, в ВятГУ. Интересно, так. Да, крайне интересно, для меня было это очень необычно. И потом меня стали как-то еще приглашать с мастер-классами какими-то и про джазовую импровизацию объяснить. И я решил вывести этот род деятельности, взять себе на заметочку и постоянно, периодически, раз в месяц делать какие-то вот такие перформансы, концерты. У меня был один перформанс, который был посвящен полностью импровизационной музыке. То есть я не заготавливал никакие музыкальные фрагменты вообще в принципе. И специально послушал классическую музыку, академическую музыку перед этим, чтобы мозги немножечко разгрузились, и вот создать что-то в сам момент концерта уже. Класс. Это был довольно интересный тоже опыт. Ну и тема вообще стереотипа о джаз, я уже сказал, что они нас все окружают. Первое, что приходит на ум. Джаз — это... А, я не буду говорить, иначе я буду выглядеть как шаблонный какой-то совсем человек. Я... Так мы как раз про шаблоны и говорим. Ну я не буду тебя подыгрывать, да ты сам расскажи. Какой самый распространенный стереотип о джазе? Ну, конечно же. Это музыка африкана, из Африки пришедшая, что-нибудь такое, наверное, говорят, да? Плюс-минус, да. То, что джаз — это музыка исключительно темнокожих людей. Так. Вот, что в корне является абсолютно неверным. Это я знаю. И даже с исторической точки зрения это абсолютно неверно. И чтобы вот этот первый самый такой, наверное, распространенный стереотип развенчать, джаз зародился в начале прошлого, 20-го. В начале 20-го, в конце 19-го, начале 20-го века. И уникальность в том, что, конечно, да, родиной джаза можно назвать Новый Орлеан. Но то, что эта музыка была исключительно темнокожего населения, это, конечно, не так. У темнокожего населения, независимо от их вероисповедания и каких-то социально-культурных особенностей, у них были свои музыкальные жанры, такие как госпел, такие как work song,
то есть рабочие песни, которые они на плантациях пели. Угу. К джазу это имело очень непосредованное отношение, но вот именно эти, так скажем, архаичные стили музыки, они сформировали некую ритмическую основу будущего стиля, ну да, появляющегося, только-только зарождающегося. Вот. И нельзя так сказать, что и появился джаз. Конечно, нет. Белые музыканты, в первую очередь, это европейцы, mm-hmm. то есть это французы, это британцы, это немцы, очень много было итальянцев, это цыгане и так далее. То есть там такой вот целый, как это называется, большой плавильный котел. Mm-hmm. Вот Новый Орлеан был таким большим плавильным котлом. И постепенно европейская музыкальная культура, европейское музыкальное образование, которое уже было абсолютно полностью сформировано, то есть уже классическое, да? академическое образование, угу, конечно. Оно было полностью сформировано, и оно начало объединяться с архаичными стилями музыки, в том числе не только это были рабочие песни и госпелы, угу, и какие-то духовные песнопения темнокожего населения, но это также оказались и какие-то восточные моменты, вот эта странная там восточная четвертитоновость, то есть когда непонятно, то ли мажор звучит, то ли минор. Угу. То есть вроде и то одновременно. То есть вот такая, как это называется, ну, политональность, что ли, или полиаккорды, ну, вот такие вот mm-hmm. очень странные созвучия, которые и создают, в общем, отличительную характеристику именно джаза. Но все же он стал базироваться на европейской ритмике и европейских канонах гармонии. Mm-hmm. Вот. И говорить, что это исключительно вот та архаичная музыка, из нее все это произрастало, конечно, это не так совсем. И благодаря именно европейской академической школе появилось вот такое уникальное явление, как джаз. Угу. Вот, так что минус один стереотип. Спасибо большое. А то, что ты играл вначале, оно как-то соотносится с твоей лекцией? Да, оно обязательно, оно соотносится. Второй стереотип о джазе, то, что все джазовые композиции написали только американцы, и только в золотую эру джаза. Конечно, это не так. Существует огромное количество примеров. Они не так многочисленны, но их много, действительно. И вся американская культура эпохи начала появления Голливуда, эпохи вот этих бродвейских мюзиклов и так далее, очень много как таковых, ну, я просто не знаю, что называть коренными американцами, да, это очень сложно. Это вообще, да, странное такое явление, коренные. Вот, но большинство композиторов, ну не большинство, многие из них были, во-первых, еврейского происхождения. Конечно, они были воспитаны в американской эстетике, mm-hmm. то есть они были внутри этой машины по созданию шоу, то есть в американском великолепно организованном шоу-бизнесе, совершенно yeah. гениально сделанном. Вот, но все же они обладали и другими культурами, ну, то есть принадлежали и к другим этносам и культурам. Uh-huh. То есть было очень много выходцев из Российской империи, то есть еврейского происхождения, семьи эмигрировали в США, и потом эти люди становились главными американскими композиторами. Вот, например, как Джордж Гершвин, например, или Бернстайн, ну, это уже позже, конечно, вот, и так далее. Но в определенный период времени джаз, он же, то есть это такое уникальное культурное явление, джаз, он как губка. То есть, если академическая музыка — это все-таки рафинированная довольно вещь, mm-hmm. то есть она близко к себе так особо не подпускает всех другие стили. А вот джаз, он, наоборот, стала популярна латиноамериканская музыка, он в себя вобрал кучу-кучу всего, что только можно, и в итоге авторами джазовых стандартов становились европейцы, становились представители Востока и так далее, и даже русские какие-то композиции, например, «Очень черные» исполнялись даже Луи Армстронгом как джазовый стандарт. То есть вот в таком стиле. Ну, это ты бери гитару, если что, наигрывай.
Я сыграл песню Луиса Бонфа. Это саундтрек к фильму, если я не ошибаюсь, «Один день из жизни дурака». Не смотрела. Вот, или «Черный Орфей» еще называют эту мелодию. Ну, у нее там много названий довольно-таки. Отличный пример того, как не американская культура, не американская композиция, мелодия стала джазовым стандартом. Угу. Вот, и в подтверждении этому наиграю... Давай, да. Я перед началом программы Коля сказала, давай ты будешь играть весь час, мы не будем болтать. Так хорошо, слушаю тебя. Один из самых известных джазовых стандартов, который только существует, «Осенние листья», «Autumn Leaves». На самом деле это французская мелодия, также саундтрек к фильму. И первоначально к джазу, конечно же, это не имело никакого отношения. Абсолютно. Это классический такой эстрадный саундтрек. Но вот джазовым музыкантам он настолько понравился, что, наверное, до сих пор это самая исполняемая в мире джазовая композиция. Ну, тут даже, наверное, что-то добавилось. Как-то изменились ритмы, что-то. То есть она... Конечно. Вообще, это такой медленный-медленный симфонический вальс. А, ага. Вот, с прекрасным вокалом на французском языке. Если не изменяет память, по-французски она называется «Le fleur morte». Класс. Красота, да? Правда, какое звучание у языка. Вот. Но при этом эта композиция, она всем вам известна, конечно же. Послушайте. Давай. Спасибо большое. Здорово. Скажи, пожалуйста, вот это наверняка какой-то очередной стереотип у меня в голове, что касается... Я вот смотрю просто на твою гитару и думаю об инструментах. То есть это, наверняка это тоже какой-то стереотип, что в джаз-бенде должен быть саксофон, контрабас, наверное, труба, гитара. И на самом деле, то, что ты говоришь, что джаз действительно как губка впитывает в себя все направления, стили и апроприирует это все, а на самом деле может же быть, наверное, любое количество, качество инструментов. То есть это и что угодно может быть. Абсолютно точно. Классические джазовые составы выкристаллизовывались постепенно очень. Так. То есть если сначала это были какие-то уличные шагающие оркестры, это было там шоу министрелей, которое в основном под фортепиано было. А как они шагали с фортепиано? Не-не, шоу министрелей происходило в кабаках, там вот где-то еще. Это я так образно называю кабаками. Большинство увеселительных заведений того времени, в общем. Про них тоже отдельно еще речь пойдет. О, отлично.
Да, ну, это действительно весело. Постепенно они, именно джазовые музыканты, увеличивали состав участников на сцене, потому что звук зала становились чуть больше, и звука нужно было чуть больше, а звукоусиление появилось чуть-чуть позже. Оно не было так распространено. В 20-е еще не так. Вот там совсем это только были зачатки этого всего. И, соответственно, потом вдруг джаз перешел, когда звукоусиление позволяло людям слышать какие-то маленькие составы, но в больших концертных залах. Уже появились малые составы, так называемые джаз-комбо. Это, как правило, либо трио, фортепиано — это фортепиано, контрабас и барабаны, либо это фортепианное трио с саксофоном, то есть классический джазовый квартет, либо это саксофон, труба, фортепиано, контрабас и барабаны, квинтет. То есть это основные джазовые составы. Но еще один стереотип о джазе: всегда все, говоря про джаз, обязательно говорят, что это саксофон и певица. Да-да-да. Желательно темнокожая. Ну, вот. Или как Мэрилин Монро, по крайней мере. Ну, как минимум все ассоциируют джаз именно с темнокожей певицей. Ну, такой, по типажу такая Биг Мама, что-то типа Элла Фицджеральд. Вот. Опять же, это все-таки это стереотип. Наверное, самым главным духовым инструментом для джаза и самым важным для джаза инструментом, именно духовым, вот. Ну и вообще то, что стало называться джазом, это было сыграно на инструменте, который называется корнет. Не кларнет? Корнет, да. Корнет. Я даже не знала, что такое. Это тоже имеет под собой историческую подоплеку. Ну, естественно, труба тоже. Но труба — это чуть-чуть позже появилась. Все-таки труба — это немножко такой доработанный корнет, да. Корнет вообще после войны между Западом и Востоком США, после вот этой гражданской войны, было расформировано огромное количество военных оркестров. И музыкальные магазины, всяческие барахолки и лавки старьевщиков заполонили духовые музыкальные инструменты. И в первую очередь это были корнеты. А так как... Что это? Как они выглядят? Расскажи. Корнет, ну, это как труба. А, как тоже труба. Помповый инструмент с тремя кнопочками, только он чуть-чуть побольше, но покороче при этом. И у него раструб пошире. Вот. Так и вспоминается анекдот про трубача. Не знаю. Приходит молодой человек... Приходит молодой человек, значит, поступать в консерваторию, и ему говорят: слушай, у нас, к сожалению, на гитару больше мест не осталось. Давай ты пойдешь играть на трубе. Он говорит: ну ладно, окей, только я ни разу не пробовал. Ну, ему, значит, профессор дает трубу и говорит: ну что, дуй. А куда дуть-то? В магазин. Понятно. Вот. Так вот, эти корнеты, музыкальные инструменты и трубы, они были очень доступны по цене. И, в общем, музыканты того времени не могли похвастаться каким-то баснословным богатством. Да и вообще детям покупали эти инструменты для какого-то общего развития. А вообще музыкальное образование, оно, пусть даже на любительском уровне, оно там было на какой-то очень высокой ступеньке, то есть на планке очень высокой. Откуда появляется традиция эта вся? Вот, потому что все играют на каких-то музыкальных инструментах так принято, и так должно быть, я считаю. Это очень правильно. И вот, и первые какие-то серьезные записи джазовые, то есть мы все знаем, что кто самый известный джазовый музыкант в мире? Конечно же, Луи Армстронг. Он трубач. В первую очередь это труба. Конечно, это самый одухотворенный, самый воздушный и самый большой по своим функциональным особенностям, по своей палитре инструмент. Хотя вроде бы три кнопочки и губы исполнителя, но при этом труба может звучать просто как скрипка фактически. То есть это великолепный, очень техничный музыкальный инструмент, который идеально подошел к джазовой музыке. И саксофон в джазе появился отнюдь не сразу. А уж тем более на солирующих, как говорится, на солирующих должностях, да? Как правильно говорить? Позициях. Позициях, да. А когда он появился? Какие это годы примерно были?
вот, когда он стал доминирующим? Я думаю, что это было как раз время распространения больших джазовых оркестров, в которых каждые группы исполняли, ну, как бы определенную свою задачу. То есть трубы — это, естественно, мелодическая задача, и кларнеты, кстати, тоже это мелодическая задача. Вот. Почему-то никто не ассоциирует джаз с кларнетом, но кларнет вообще это один из тоже очень известных инструментов раннего джаза. Вот. А саксофон уже, ну, я думаю, что это где-то в конце, ну, наверное, в 30-х годах все-таки саксофон уже выходит на авансцену, то есть группа саксофонов — это как группа скрипок в оркестре. Вот. Но мелодическая часть и мощные тутийные моменты — это, конечно, все равно трубы. Так что вот, и саксофон отнюдь не является основоположником, да, джаза и его синонимом. Вот. То же самое можно сказать и про вокальный джаз. Вокальный джаз, опять же, отнюдь это не самая главная часть джазовой музыки. Она изначально была или она как-то тоже появилась, вокальная часть, позднее? Вокальная часть, она, конечно же, присутствовала всегда. То есть всегда люди писали песни и всегда их играли. Но основа джаза началась именно с инструментальной музыки. Ну, вот и причем кажется, с фортепианной музыки. Именно фортепианной музыки. И очень забавно происхождение вообще импровизации. Но это, конечно, по большому счету, это шутка. Она связана еще с одним невероятным стереотипом про джаз, что джаз — это исключительно элитарное искусство, и не каждый может его понять. Да-да-да, я даже что-то читала, что есть какой-то тест, если ты любишь там или понимаешь джаз, то как-то я не помню, как он был сформулирован, но, в общем, какие-то интеллектуальные способности должны быть. Да. Так, элитистский такой вид. И? А теперь посмотрим историю джазовой музыки. В Новом Орлеане, как, впрочем, в Чикаго, как, впрочем, и в многих других мегаполисах того времени, портовых городах, было огромное количество увеселительных заведений. Они были на каждом шагу. Так, сейчас будет про кабаки история, да? Да? Давай. И в каждом увеселительном заведении, естественно, стояла фортепиано. Вот. А учитывая, что тусовки в этих увеселительных заведениях, а это, собственно, в первую очередь были, ну, так назовем их, салуны, бордели, публичные дома и так далее. Все это происходило всю ночь. И, естественно, у пианиста была задача сопровождать все это какой-то музыкой. Вот. Тогда был очень распространен такой стиль, как рэг-тайм. А что это? Какая у него особенность? Особенность то, что левая рука пианиста играет бас и потом аккорд, то есть ум-ца, 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 а правая рука играет какую-то мелодию. Вот. И обычно, как правило, композиция длится, ну, примерно полторы минуты. То есть написанная часть композиции длится примерно полторы минуты, иногда меньше, смотря в каком темпе рэг-тайм играется. И, естественно, что же делать бедному музыканту, когда если он ее ему отыграл уже, работать, да? Ну, часов шесть. Он начинает импровизировать разные вариации, да? Он начинает, левую руку оставляет так же, как она и была, аккорды, да. А правой рукой он начинает перебирать все, что у него в голове. Вот, и, соответственно, чем веселее публика, тем веселее все происходящее. Вот, вот именно тогда, в этом не самом образованном, не самом культурном обществе и не в самых культурных местах зарождался джаз. И когда мы сейчас говорим, что джаз — это исключительно элитарная музыка, которая только Карнеги-холл или филармония, или на худой конец джаз-клуб, то надо вспомнить, где вообще родился этот джаз и почему, собственно, люди начали импровизировать на фортепиано, потому что, ну, нужно было очень много часов играть. Обычная утилитарная функция пианиста. Ну, знаешь, мне кажется, с чем связан, опять же, этот стереотип, да? То есть есть такое мнение, что наслаждаться определенными видами музыки ты можешь только, зная, понимая его структуру, да, и слыша, как она выстроена, да? То есть та же опера, она мало у кого может вызвать абсолютное какое-то наслаждение, восхищение, если человек приходит туда в первый раз. То есть тут нужен какой-то определенный опыт,
определенные знания, понимание, как все это работает, какие ритуалы там должны быть. Вот, то есть только тогда ты можешь как-то проникнуться любовью к этому. Здесь, может быть, тоже есть довольно сложная уже, наверное, теоретически наработанная какая-то, опять же, лекционная, ты же лекции расскажешь, какая-то огромная традиция, связанная уже с этим, да, которую мало кто знает. Но в отличие, скажем, от той же оперы, джаз — это музыка, она во многом действительно телесная. Я вот ничего не понимаю совершенно в теории, да, ты приходишь и просто телом уже подключаешься, слышишь, да, и ты, не знаю, вот всех этих моментов теоретических, да, ты можешь, да, абсолютно спокойно наслаждаться всем этим. Вот, поэтому она нисколько не элитистская, вот, скажу я вам, как не будучи элитистом в джазе, развеиваем с Николаем этот стереотип. Да, как и любое другое искусство, оно либо трогает, либо оно тебя не трогает. И неважно, насколько оно там элитарное или не элитарное, вот, например, там додекафонная музыка, это, конечно, вроде бы тоже элитарный вид искусства, это сложная организация звуков, это отсутствие тональности, мелодии, гармонии, зачастую ритма. Но, однако, она настолько плотно вошла в нашу жизнь, вот эта музыка странная и необычная. Это середина прошлого века, вот нововенская школа. То есть Берг, Шёнберг, Веберн, ну и вот эти композиторы, которых мы как будто бы и не знаем. А оказывается, половина фильмов ужасов, каких-нибудь таких захватывающих моментов в различном кинематографе сопровождается как раз именно такой музыкой. Вот она нашла свою плотную, четкую нишу. Театральная музыка, очень много вот этих странных созвучий, шумов. Она идеально подходит, потому что там любая картинка может рисоваться на фоне этой музыки. Так что про элитарность джаза тоже оставим. Может, сыграешь что-нибудь еще? Да. И еще какой-нибудь стереотип развеем. Что, давай еще последний какой-нибудь стереотип, не будем все рассказывать, а потом пригласим всех на полноценную лекцию, концерт. Расскажи еще какой-нибудь. Так, что-то у меня вылетело из головы все. Давай тогда просто, пока вспоминаешь. Вот, да-да-да, конечно. Я, раз уж начала, просто хочу сказать, что ближайшая лекция... Все хочу сказать. Лекция перформанс, лекция концерта Николая Донецкого «Стереотипы о джазе» пройдет где-то в феврале. Следите за афишами и анонсами в группах Николая. Будет в книжном клубе 12, возрастное ограничение 16+. Так что следите, и я тоже буду там, и буду с умным видом, уже зная все стереотипы, что-нибудь там поддакивать. Вот. Приглашаем. Да, друзья, приходите обязательно, это будет интересно. Там я обычно чуть больше играю. Вот, и чуть больше. Меньше болтаю. Нет, говорю я тоже немало. Вот. Но на самом деле это не такое длительное мероприятие. То есть час 10, час 20. Ты один полностью, да? Да, конечно, конечно. Один из излюбленных мной стереотипов пришел к нам из советского времени. Вот, надо очень хорошо понимать
а опять же историческую. Идеологическую, это вот из серии «Сегодня ты играешь джаз, а завтра рыбу продашь». Да, все верно, все верно. Вот, была опубликована статья в газете «Сумбур вместо музыки». Знаменитая абсолютно статья, в которой вот и появились эти злосчастные «От саксофона до ножа один шаг». «Сегодня ты играешь джаз, а завтра ты играешь джаз». Вот, и что джаз — это музыка толстых. Этого я еще не слышала. Да, ну вот как раз конкретно эта фраза «джаз — музыка толстых» была сказана Максимом Горьким. А это что тогда имелось в виду? Буржуев? Да, конечно, вот конечно, вот... конечно, да. Mm-hmm. Вообще Горький очень так интересно. Много что он, много каких фраз он сказал, которые стали, ну, так скажем, мемами уже в наше время. Мемами того времени, может быть, тоже. Да, здесь тоже нужно понимать, что вот все эти фразы так долго повторялись, и так долго мы их слышим, там даже люди старшего поколения, и даже совсем юные, они и то иногда нет-нет, да и вспоминают то, что джаз — это музыка толстых, то есть только музыка богатых людей. Так вот, давайте поговорим насчет джаза и богатства. Давай. Вот, как сказал один известный музыкант джазовый, ну, он-то как раз не бедный, что если ты хочешь быть бедным, играй джаз. Действительно, это далеко не самая высокооплачиваемая работа в принципе. Я не говорю про там, наш город или про нашу страну. Она вообще в принципе не очень высокооплачиваемая. Вот, только ну, звезды могут себе позволить иметь большие гонорары. И как организатор концертов я очень хорошо знаю, например, сколько зарабатывают джазовые музыканты в Петербурге, в Москве. Вот, это очень... Ну, это сравнимо вот с тем, сколько здесь. Mm-hmm. Это не больше. Конечно, если ты уже очень известный музыкант и с очень серьезным бэкграундом, если ты поиграл там со всеми суперкрутыми артистами, и они тебя зовут при этом еще раз, вот, то, конечно, там гонорары немножко отличаются. Но на самом деле джаз — это отнюдь не музыка богатых и толстых, это музыка обычных, обычных людей с определенным уровнем культуры и образования. Вот, так что убираем в топку этот миф. «От саксофона до ножа один шаг». Или «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». Здесь, конечно, мы прекрасно понимаем, что все это полная ерунда. И эта музыка, она в какой-то период времени стала идеологически неверной. Абсолютно. То есть эпоха НЭПа, счастливое время появления частной собственности, возможности торговать и огромное количество увеселительных заведений, ресторанов. То есть эта эпоха принесла целый пласт культуры. То есть такая непмановская музыка, непмановские какие-то постановки. Это был всплеск, огромный всплеск. Но потом правительству, не буду отбирать хлеб у историков и рассказывать подробно, правительству стало не очень это все выгодно. Они посмотрели, ага, вот этот делал то-то, то-то, давайте-ка мы это все дело прекратим. Вот. И теперь хотя бы мы знаем, кто что делает. Вот такой вот эксперимент. Но это, опять же, мои какие-то личные наблюдения за этой всей исторической правдой. Вот, или как ее еще можно назвать. И, конечно же, вот эти все... Ну, то есть джаз — это все-таки свободная музыка, ориентированная на западное искусство, на американское искусство, на Голливуд. Она просто с ней очень тесно связана. И наша идеология, это никак не входило в ее планы распространения этой музыки. Хотя музыка-то на самом деле никуда не делась. Она просто слегка переобулась в другое. И как Утесов исполнял джазовые со своим джазовым оркестром, так он и дальше исполнял эти песни. Просто тематика песен немного поменялась. Вот, немножко поменялась, то есть это стал не джазовый оркестр, а эстрадный оркестр. Ну, то есть вот такое легкое изменение. Но, однако, вот эти фразы громкие, они все же остались. Все же остались, что эта музыка разлагает советскую молодежь.
молодой Советской Республики и так далее. То есть нет, у нас только издалека долго течет река Волга. И все и прочие традиционные ценности. Да, да, да. И вот только так и никак иначе. И что-то с этим делать было довольно сложно, как мне кажется. Но, однако, музыканты — народ находчивый. И все идеологически верные вещи можно было облечь в абсолютно джазовые песни. И что уж тут говорить... Главная детская песенка из «Спокойной ночи, малыши». «Спят усталые игрушки, книжки спят». Что с ней? Она тоже джазовая? Это великолепный образец настоящего классного советского джаза. Серьезно? Никогда об этом не думал. Послушайте, что там творит пианист в этой песне. Это совершенно потрясающе. Это абсолютно четкая джазовая аранжировка, гармония, аккорды, мелодика. Это действительно... самый настоящий джаз. Слушай, с первым делом домой приду, послушаю. В колыбельной из кинофильма «Цирк». Я не очень помню. «Спи, мой мальчик, сладко-сладко, спи, мой птенчик, спи, малыш». Вот. Джазовый медляк, самый что ни на есть традиционный, классический. И действительно, это все время присутствовало, так что все эти стереотипы мы бросаем в топку. Вот. А я еще очень много рассказываю, затрагиваю тему джазовых музыкантов, как насколько они адекватные личности вообще. Что, вот. Считается, что нет? Ну, кто-то считает, один из стереотипов это, что все джазовые музыканты поголовно наркоманы. Алкоголики. Алкоголики. Ага. Да, и совершенно очень плохо общаются с женщинами. Угу. Вот, точнее, наоборот, слишком хорошо. Сексисты. Ну, не совсем. Ходоки, я бы сказал. А, понятно. В этом плане. Да, но это совершенно стереотипы, которые просто везде. В какой-то период времени это было действительно так. В период развития бибопа, это джазовый стиль, который был на стыке 40-х, 50-х годов прошлого века. А в чем его особенность? Бибоп. 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 Да. Особенность в том, что музыкантам надоело ходить на джем-сейшены, то есть на вот эти тусовки, где играли музыканты старой школы, и всем было страшно скучно играть все вот эти традиционные джазовые композиции. И горстка ребят, которые отличались особенной смекалкой во главе с Чарли Паркером, Майлзом Дэвисом, Джоном Дизи Гелеспи, Полом Чемберсом, контрабасистом, ну и там еще несколько музыкантов, они придумали новый стиль джаза. Они ускорили темп композиций в несколько раз. То есть он доходил до 300 ударов, до 400 ударов в минуту. Это очень быстро. Вот. И, естественно, музыканты старой школы, они просто физически не могли играть в таком темпе. Поэтому они перестали выходить на джемы. И молодая тусовка музыкантов получила супер просто распространение. Вот именно этот стиль среди молодой тусовки музыкантов, он получил распространение. Причем повсеместное, по всему США. Это, правда, длилось не так, чтобы долго. Потом вдруг появились новые игроки на этой сцене и стали придумывать новые стили джаза. Там джаз южного побережья, более расслабленный, легкий такой и так далее. Там кроссовер-джаз, латиноамериканский джаз и так далее. И очень-очень много там почкования такое происходило. Вот. И, соответственно, вот эти ребята, которые придумали бибоп, это была очень разношерстная компания. Среди них были конченые совершенно наркоманы. То есть, например, Чарли Паркер. Один из самых великих саксофонистов своего времени. Он был очень проблемным человеком. Майлз Дэвис — это, ну, просто икона джаза. Он тоже, он успел поработать сутенером. Он успел быть бандитом, самым настоящим. Он успел к 19 годам стать страшным наркоманом, но уже потом слезть с этого дела. Но всю жизнь он боролся, находился где-то между вот этим правильной жизнью и очень неправильной жизнью. Конечно же, там алкоголь лился рекой. И, в общем, а вот Дизи Гелеспи, например, был совершенно образованнейшим латиноамериканского происхождения мужчиной. Он не был замечен ни в каких изъянах. Ну, конечно, алкоголь какое-то количество там, но он был, наверное, самый из них правильный. Телониус Монк. Одна из супер необычных звезд джазовой музыки того времени.
это был человек, которого лишили за, опять же, всяческие неправильные вещества, права выступать на американской сцене в течение 10 лет. Это страшное для музыканта наказание, то есть ему был закрыт вход во все клубы. Но на самом деле Thelonious Monk никогда в жизни не употреблял какие-то тяжелые вещества или что-то. Парня подставили, действительно. Вот, есть очень интересная история, там очень много статей на эту тему. Вот. Но Thelonious был такой очень интересной особой, и поэтому, будучи потрясающим классическим пианистом, вот, он играл джаз на фортепиано очень интересным образом, то есть он так выворачивал пальцы, что это было, ну, совершенно невероятно странно. И вот он был действительно странный человек, необычный. Владея прекрасной классической техникой, он специально играл неправильно, чтобы получить вот именно тот, ту ритмику, тот какой-то мелодический материал, странный, отчасти очень острый. Вот. Странный парень. Писал прекрасную музыку. И продолжать можно очень-очень долго. Конечно же, там, в 60-е годы, когда появлялся фьюжн, понятно, что, как мы обычно шутим с моим приятелем, он как раз очень хорошо разбирается в истории джаза, он говорит, как только химики придумывали какое-нибудь новое вещество, появлялся новый стиль джаза. Вот, и это правда так, но все же это стереотип. Большая часть джазовых музыкантов, которых я лично знаю, и с которыми я работал и работаю, это абсолютно вменяемые, нормальные люди, настоящие трудяги, трудоголики при этом, которые очень много занимаются и ведут очень даже нормальный семейный образ жизни. И так что еще один... То есть, если ваша дочка, например, придет и скажет, что «мама, папа, у меня появился мальчик, он джазовый музыкант, не надо сразу хвататься за голову», вот, ничего тут страшного нету. Вот, живут же как-то люди, вот, и даже припевающие некоторые. Отлично. Так что вот такие стереотипы о джазе, их на самом деле очень много. Ну, я думаю, мы не будем про все рассказывать. Конечно. Опять же, призовем наших дорогих зрителей и слушателей прийти на лекцию, и я туда приду. Я уже третий раз повторяю, мне правда интересно послушать все и с музыкальным сопровождением. А сейчас, наверное, я просто попрошу тебя напоследок нам что-нибудь сыграть на к завершению, да, программы, конечно, что-нибудь послушаем и уйдем. И попрощаемся. Сейчас я придумаю, что сыграть. Давай. Ну, вы же там все равно резать будете это все, да? Ну, сегодня я не слышу, чтобы что-то надо было резать. Это ничего страшного, если какие-то настройки. Thank you.
Отлично. Спасибо. Ну что, друзья, спасибо огромное Николаю. И до встречи в Двенашке на лекции-концерте. Пока-пока. Спасибо.